Мы позавтракали, мы покупались, выходим из нашего отеля. Прям смотрите, какая красота прям около нашего отеля. Напоминаю, что называется наш отель Бэйпэй, либо как мы его еще называем? Бэйпери! Бэйпери! Но они как-то говорят так, Бэйпэй. Поэтому может быть и Бэйпэй. Сейчас мы идем прогуляться по округе, дойдем до обменника и зайдем в 7-Eleven. Основные планы — поменять немножечко долларов на баты и приобрести сим-карту. В отзывах было написано, что можно за 10-20 бат доехать до обменника на гольф-каре, но у нас пока 10-20 бат нет. Да и тут, в принципе, идти вообще не 3 минуты. Поэтому мы решились прогуляться по нашему райончику. Уже поговорили с местным таксистом, ничего не поняли. Они говорят по-английски, но говорят со своим еще, и со своей интонацией, получается, и непонятно. Да, такой тайглиш получается. Дошли до оживленной трассы. Машины гудят. Движение здесь очень быстрое. Дошли до места, где все понятно. Массажное масло, массаж ног, ресторан. Все по-русски специально. Да. А то Анастасия такая, я увидела вчера только две надписи по-русски. Оп. Вот дошли до 7-Eleven, а там дальше должен быть обменник. Поменяли денежки по курсу 36,6. Вот сегодня вот такой курс. 36,6. Обменник называется TT Currency Exchange. Pattaya Best Rate. Тут есть еще один обменник, просто exchange. Там курс на 2 бата получается похуже. И там у них написано просто на листочке курс. Не вывешен. Ну все. Пойдем в 7-Eleven зайдем. Ну что, купили пару бутербродов, 5-литровой воды и пару лапши быстрого приготовления. Получилось у нас 131 бат. Это получается, может, на 2, 260 рублей? Ну, не на 2, ну, примерно. Ну, 300 вообще. Около 300. Посмотрим сейчас, какой точный курс. И уже здесь на видео будет написано точно, сколько мы заплатили. Вон туда лежит путь в центр Паттайи. Но мы туда поедем чуть попозже, закажем симку, чтобы вызывать такси. Так, Анастасия взяла манговый смузи, стоимость его 40 бат. 50. Ой, 50 бат. 50 бат. Что скажешь? Дай попробую. В общем, воду купили, симку приобрели на 15 дней. Безлимитный трафик. Да, там получается, анлим же написано было. Вроде да, еще сами ничего не смотрели. Сейчас будем 699 бат на 15 дней. Специальная туристическая симка. Приобретали ее в 7-Eleven. С паспортом. Паспорт нужно предъявлять. При покупке симки вас фотографируют. Потом фотографируют симку, которую вы покупаете. И куда-то заносят. И куда-то заносят номер вашего паспорта, что вы ее приобрели. Ну, в общем, вот такая небольшая прогулка у нас. Сходили, смузи купили. Кстати, манговый смузи — это просто бомба. И попили, и поели сразу. Второй.
ну, как бы первый, но второй день движется к завершению. Пора ужинать. Мы отправляемся ужинать в буфет. Для тех, кто не знает, что такое буфет. Буфет – это безлимитная обедаловка, за которую вы платите за вход, а потом некоторое количество времени можете кушать безлимитно. Сегодня мы решили покушать в буфете суши, сашими и всего такого. Пока на нашей памяти самые вкусные суши только в Томске. Сейчас проверим. Едем в настоящий рыбный японский ресторан кушать суши. Let's go! Едем мы на такси. Заказали в приложении Bolt через прикрепленную сим-карту, купленную в 7-Eleven. Посмотрим, что получится. Для сим-карты мы сначала взяли старый телефон и попробовали установить там. Там была система Android, но он был очень старенький и не поддерживает никакие приложения. Поэтому пришлось вставлять вот мой iPhone, но вставилось достаточно быстро и все определило автоматически. Пользуемся уже. Добрались до места, ехали на такси буквально 9-10 минут. Ехали с хорошими приветливыми ребятами. Как себе проехать на такси? Как у нас. То же самое, как и Яндекс, да? Да? Такое же приложение. Да. Все переводится автоматически. Да, самый плюс, что даже если вам пишут на тайском, все переводится на русский. Мы погнали, посмотрим. Что-то там все занято. В данном заведении есть три тарифа. Можно выбрать самостоятельно. Условия можете остановить, посмотреть вот здесь. Мы, наверное, будем брать вот этот тариф. Так, Анастасия разбирается с меню. При входе вам выдают вот такую штуку. Вы выбираете, как я уже сказал, уровень вашего потребления. Сканируете код и даете, вам дают, открывается меню, где вы выбираете. И там уже зависит от вашего желудка. Единственное условие, о котором предупреждают сразу, если на тарелках останется еда, то взимается штраф, что там, сколько бат, написано, 1000 или 100. Я не видела. Ну, в общем, взимается штраф небольшой. В общем, нужно доедать, поэтому лучше оценивать свои возможности. Будем ждать. Анастасия потихонечку там разбирается с чем-то. Да, уже разобрались, уже все принесли, пока мы думали долго. Начинают потихонечку приносить. Порядок приготовления. Сейчас будем пробовать. Да. Thank you. Что, с устриц начнем? Да. Да. Только я не знаю, как устрицы есть палочками. Вот так берешь. Хочу сказать, что это очень вкусно. Короче, покупайте билеты и все сюда приезжайте. Тебе что, понравилось? Да, вот это вкусно. Попробуй, как из Томска. Да, попробуй. Еда продолжает прибывать. Суши продолжают прибывать. Очень вкусно. Уже несколько раз сказал, ничего не сказал. Очень-очень вкусно. Ты что скажешь? Я скажу, что очень вкусно. Лучше, чем в Томске. А? Вкуснее, чем в Томске. Ну, почему? В Томске тоже вкусные роллы. Mm-hmm. В общем, пока еще непонятно, еще едим. Но устрицы тоже это вкусно. Далее у нас в программе пирожки гёдзе. И креветки в темпуре. Анастасия, я вижу только щеку, которая активно налупает. Но она большая. Вот такое у нас вот было место. Что скажешь? Но по итогу? Поели прямо от души и всего морского. То, что у нас бы стоило, я не знаю, 10-15 тысяч.
в ресторане в каком-нибудь Сочи, мы здесь поели, получается, сколько на русские деньги, если это, ну, около 4000, 3500. Но наелись прямо от души, еще и на десерт даже места не хватило. Там было, можно было заказать мороженое, уже все, наелись от пуза. Ну, выбор был достаточно большой, даже не знаю, в голд. Как думаешь, нужно было брать голд? Нет. В общем, берите среднюю, да? Да. Премиум сегмент, и там достаточно большой выбор. Прекрасное окончание вечера на берегу Сиамского залива Южно-Китайского моря. Что мы успели оценить в низкий сезон, даже пробыв в Таиланде один день, это отсутствие туристов. Практически весь пляж только для нас. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Сейчас появятся QR-коды наших социальных сетей. Если вы хотите поддержать канал семьи Охомченко, вот QR-код нашего Сбербанка. Будем рады вам.